Доброго дня, з вами обозреватель Лайф, в ефірі Євгенія Костіна, Андрій Лухенький. У нас огляд найважливіших подій, що відбулись фактично за цей вихідний, який був. І один робочий в лапках вихідний. Так. Ну, власне, починатимемо, я так розумію, з Євробачення. Ну, а вже ж? В Києві відбувся фінал Євробачення, переміг португалець, дуже багато дискусій з приводу того, чи повинен був він перемагати чи ні. Ну, ось, власне, я так розумію, що ми зараз викличемо дух Юри до нас в студію, Юри Сомова, який за цим всім дуже ретельно стежив. Вітаю, Юра. Привіт, ребята, привіт. І він нам трошки розкаже про найтакі пікантніші моменти, а вони були, безперечно, фіналу цього конкурсу. Да, на самом деле, столько подготовок, столько вот, эмоций и так далее, и так далее, но, к сожалению, все уже закончилось. Действительно, в субботу состоялся гранд-финал. По-настоящему, наверное, гранд-финал, потому что действительно был грандиозным, было очень ярко, масса впечатлений. Все это продлилось до поздней ночи, может правильно сказать, даже до утра, вот, потому что закончились подсчеты голосования уже после часа ночи. Напряженная была обстановка, вот, потому что все прогнозы букмекеров, за которыми мы следили, они изменились уже, как только выступили все 26 участников. И, собственно, Сальвадор Собра, которому обещали первое место, он опустился на второе место в рейтинге букмекеров, поднялся участник из Болгарии на первое. То есть рейтинги стали прыгать. То есть уже было очень тяжело угадать и определить, кто же все-таки будет победителем. По оценкам жюри из разных стран действительно получалось так, что на первое место выходила Португалия, но Болгария была очень близко. Вот, все поменяло кардинально уже голосование телезрителей. Вот, ну и как мы знаем, собственно, так и получилось, что Португалия заняла первое место, Болгария второе. И вот, кстати, что интересно, на третье место поднялась Молдова, которую, в принципе, никто, скажем так, ну, не ставил на нее большие ставки. Вот это вот было такое. Да, у нас полезная обозревателя ставила на Албанию, на Молдову. Вот, и очень, очень радовались. Ну, говорят, кстати, ну, жители, обозреватели, которые ездили на Евровидение, да, ну, далеко ну, так, ехать, на самом деле. Да, у нас передвигаются люди, не сидят тут просто с копом, да, ну, и ездят куда-то. Вот, так вот, многие, которые были на репетициях, говорили о том, что Молдова просто рвала в живом звуке. Вообще все остальные страны и как бы особо так никому не давала конкуренции. Как ну, это один из хитов, скажем так. Uh-huh. Да, то есть было несколько, вот из 26, да, если взять только финалистов, uh-huh. Действительно было много однообразных номеров. Стоит это правда. Сказать, что действительно было однообразных, в которых не хватало шоу, не хватало песни, не хватало музыки, по-разному было. Но вот было несколько таких номеров, да, это Молдова, это Венгрия. Венгрия, да. Да, это Норвегия, ну, вот то, что сейчас так вспоминаем, да. То есть это действительно хиты. Я думаю, что мы их обязательно услышим летом. Они появятся в заведениях, появятся в ночных клубах, выйдут какие-то чарты 100%. Власне, не обошлось без скандалов. Нет, подожди, давай так. Конечно. Давай огласи, пожалуйста, первая тройка, какие там в итоге были баллы, потому что очень интересно. Хороший такой разрыв был у португальцев, насколько я помню. Разрыв был очень большой, да, потому что Португалия собрала, это уже с учетом, получается, жюри и телезрителей, 758 баллов. А Болгария второе место заняла с оценкой 615, и Молдова получила 374. А ты не вот, помнишь, наверное, у Джамала в прошлом году сколько набрала? Это же тоже, тоже. Нет, к сожалению, ну, да, там, сейчас не вспомню. Там больше но было. Была похожая ситуация того, что также угу. за счет вот, голосов телезрителей Джамала резко также выскочила тогда вверх. Вот. Стоит упомянуть, наверное, и о наших ребятах, да. То есть здесь как бы есть небольшой антирекорд. К сожалению, Украина показала худший результат в истории Евровидения, то есть мы заняли 24 место. Ну, в истории Украины, в выступах Евровидения. Да, 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 я имею в виду историю Украины в Евровидении, так будет правильнее, да. Вот. Но в то же время, насколько мы общались с нашими коллегами в пресс-центре, общались с людьми, вот, которые наблюдали за этим вживую, большинство отмечает, что номер был достойный, выступление было таким же. Песня была очень содержательная, и ребята выложились по полной. Но, возможно, мне так кажется, что это не формат конкурса. Все же мы видим, что жюри, телезрители склоняются к чему-то легкому, хитовому, такому вот летнему, яркому. То есть, возможно, пока что рок на этот сложный формат для Евровидения. Ну, кстати, отметим, что жюри действительно не оценило выступление наших
наших участников группы «Торвальд» по окончании голосования там было около 12, по-моему, баллов, насколько я помню, а вот зрители дали чуть-чуть больше. Да, в итоге получилось 36. Ну, я зізнаюсь, навіть я сьогодні подивився «Торвальд». Виступ з Бандерою? Це єдиний виступ, який я бачив взагалі з Євробачення, так склалось. Ну, зізнаюсь в цьому, я не стежив за цим конкурсом. Але, ну, я побачив сьогодні в записі цей виступ, і мені сподобався дійсно гарний, ну, якісний роковий виступ там. Тому, ну, на фоні всіх остальних, мені, повірю, це було дуже ярко. Мені здається, що, ну, ця музика теж має право на ротацію в тих же радіочартах і так далі. Нічого страшного. Ми, якби, не сильно обіділи, все одно в Україні проводилось Євровидіння. Второй раз подряд, це було б unreal, просто ми б просто вже не витримали цього всього. Хоча тепер Україна прославилась тим, що дійсно дуже красиве місце з дешевим пивом. И с красивыми женщинами, но об этом знали прекрасно. Ну, кстати, если говорить о выступлениях, не можем, да, не упомянуть, что на самом деле больше всего разошлось по Ютубу и по остальным, да, там, и по соцсетям. Ну, во-первых, выступление наших ведущих Скичко и Стопчука во время, перед вторым, да, или перед... Да, это было второе полуфинал. Во втором полуфинале, а также выступление украинских звезд. Юра, расскажи подробнее, кто когда выступал, если кто-то не видит, вдруг может, во-первых, погуглить, а именно посмотреть на обозревателя. У нас все эти выступления есть. Давай, конечно, расскажи, чего интересного. Украинские зерки? Да, украинские зерки. Да, был целый ряд сюрпризов. Получается, гранд-финал, когда стартовал, в принципе, все началось довольно быстро, потому что было 26 участников, все они быстро выступили, в принципе, не отвлекались на что-либо другое. А вот когда был подсчет голосов, то есть период голосования и подсчет, это было порядка 35 минут, украинские организаторы приготовили массу сюрпризов. Выступала украинская исполнительница «Анука». Стоит сказать, что это, наверное, было одно из самых ярких выступлений, о котором говорят до сих пор в сети. Получается, «Анука» сделала очень интересный микс из лучших своих хитов. То есть, как одну композицию, да, она включила туда, получается, самые популярные песни. Она вывела на сцену целый оркестр с этими всеми этническими инструментами, включая бандуры, трембиты были даже, что очень удивило, по-моему, аудиторию. А после «Ануки» также выступала Руслана с новой композицией, после Русланы также выступала Джамала, которая тоже представила новую песню. Ну, кстати, отметим, что просто, ну, вообще в соцсетях сразу же, как многие, да, смотрела Евровидение, и заодно как одним глазом смотрела, другим глазом писала, да? Потому что, ну, скорее всего, в социальных сетях был пыши просто... Пыши руками наступного раза. Хорошо, я буду очень стараться. Видишь, у меня 4 глаза, плюс еще здесь и плюс еще здесь. Так, это еще. Такое бывает. Вот. И действительно, все просто были в шоке, ну, то есть, я знала, кто из моей френд-ленты, да, там, на прямом эфире, и знала, ну, то есть, и сидела, смотрела. И тут объявляют ведущие «Онука» и уходят на рекламу. И все в таком, как бы, шоке, и тут параллельно все, кто там присутствует онлайн, все говорят: «Блин, она такая классная, все в таком шоке». Весь твиттер просто полностью, вот, вообще, иностранные журналисты, иностранцы просто в таком были шоке, вообще, ну, в приятном, естественно. И тут украинский зритель этого просто не увидел. Естественно, все начали смотреть, искать, где же. Слава богу, те, кто смотрели в паблике Eurovision 2017 Ukraine в Фейсбуке, те увидели, да, выступление «Онуки» не прерывалось там и так далее. Мы потом отматывали. Ну, а так нет. Обязательно посмотрите, есть это выступление на обозревателе, да, Юр? Да, у нас, конечно, по-моему, тоже видео. Да, полная подборка самых ярких событий, все подробности, итоги, да, в одной позиции. То есть там можно, конечно, все это посмотреть. Потому что на телевидении, к сожалению, почему-то да, решили закрыть выступление «Ануки» рекламой. Сказали, Юа Перши потом сказал, что заплатите деньги, идите на концерт. Ну, как бы, мы-то, конечно, пойдем, но на Юа Перши смотреть больше не будем. Есть у меня такое ощущение. Ну, хотя, действительно, картинка была классная, трансляшка была очень на хорошем, крутом уровне. Ну, я, правда, получила огромное удовольствие. Единственное, что, да, не попали на вживую, говорят, это было вообще мега. Да, Юр, ты был? Вживую, да, мы, к сожалению, не наблюдали уже сам гранд-финал, потому что в это время также отписывали максимально все. Да, поэтому, ну, мы смотрели репетиции, которые полностью отражали, получается, да, вот все, что происходило на сцене. Ну, знаешь, здесь двоякая ситуация, потому что перед этим мы встречали мнение того, что Евровидение стоит смотреть по телевизору, потому что из зала мы не видим того количества эффектов и не видим сцену так, как видим по телевизору. То есть в Евровидении идет главный расчет действительно на телеэкран.
То есть, так как там задействовано было десятки камер, которые снимали это с разной высоты, с разных ракурсов, а по телевизору это было по-своему интересно, потому что мы могли увидеть тогда все абсолютно артистов с разных сторон. Это тоже был свой плюс. Ну и поближе, вот, знаешь, увидеть лицо, вот манеру, это же очень, как бы важно. Это тоже важно, конечно, потому что зал очень большой, и как бы на секторах, конечно, которые повыше, нет возможности увидеть вот столько таких вот интересных подробностей. Кстати, Андрей, у меня есть к тебе предложение. У нас сегодня будет в гостях в эфире обозреватель Лайф, будет эксперт просто по невербальной коммуникации, так. Валентин Ким. Может быть, действительно каких-то вот интересных этих... Не то, у нас будут... Андрей собирался о политиках, о Трампе, о Макроне. Ну, так, ми можемо спробувати обговорити, в тому числі, і якщо інтересно. Він спостерігав за цим, так, якщо він дивився його, цікаво це, можна пробувати, і не тільки про обличчя. Особливо просто говорить, почему зараз ми к этому перейдем, а почему португалец виграв, да, потому что очень лирическая песня, Джамала как раз стала первым, ну, вот, задала тренд, вот эту вот душевность, лирику передавать зрителям, и зрители откликаються на это все, да? Вот, хоча у нас були дискусії, навіть в колективі. Не подрались. Как ты думаешь, почему португалец выиграл, Юр? Я думаю, что основное преимущество Сальвадора – это искренность его исполнения. Вот действительно, это та музыка, песня. Он не раз говорил на пресс-конференции после первого полуфинала и, собственно, вот после финала о том, что он приехал сюда за музыкой. Ну да, я особой радости не видела на его лице. Я помню, как Джамала просто радовалась, плакала, эмоционально высказывалась, да, во время пресс-конференции. Она действительно была вот счастлива, да, что она выиграла и повезет Евровидение и победу на Евровидении домой в Украину. Португалец как-то был очень то ли уставший, то ли, знаешь, такое у него было даже пренебрежительно. Мне было неприятно на него смотреть, честно. Вы простите меня, можете бить. Дехто говорить, що це його манера поведінки, він така своєобразна людина. Так, Юр, ми тебе слухаємо як спеціаліста в цьому питанні. Здесь стоит отметить такой момент, что Сальвадор действительно очень менялся при выходе на сцену, то есть когда мы встречали его в пресс-центре. Он простейший вообще не человек, очень позитивный, у него очень хорошее чувство юмора. С ним можно было пообщаться, и он всегда с улыбкой принимал всех журналистов, встречал. То есть на сцену он, когда выходит, он действительно меняется. Он настолько, видимо, уходит вот в свое исполнение, что, возможно, вот появлялись такие моменты, как ты говоришь, Жень, да, что, может, он не проявлял до конца, не раскрывал себя. Это есть, да. А интересный был очень комментарий в сети, когда уже объявили победителя, указали, что ощущение было такое, как будто слушали не Сальвадора, а какую-то пластинку 50-х или 60-х. Вот, я думаю, что в этом, наверное, основной плюс и, собственно, почему победа, потому что это было настолько живо и настолько по-настоящему, что вот это вот действительно ощущалось, как будто ты слушаешь какую-то раритетную пластинку. Ну, вот выделялся, да, и номер ему сделали такой очень милый, очень такой лесной, не знаю, одухотворенный и такой дзен чуть-чуть. Юр, ну, конечно, да, Андрей все хочет поговорить о скандале. Ні, ну, перший скандал, да, що давайте, хочу сказати, що, ну, я, знову ж таки, не дивився виступи, тому я, як не підзяти, я спостерігав за реакцією людей на події, які відбувалися в країні в цілому, в тому числі, там, на Євробаченні. Андрій, як історик, він це записує. Цікаво було, що дехто говорив, стверджував, що цей виконавець в першу чергу взяв, так би мовити, свою історію. Дехто говорив, що слізні історії, вони в тренді. І, ну, там, я чув версії, апелювали до наших шоу, які побудовані фактично на трагічних. Ну, тобто, байдуже, як ти танцюєш або співаєш, а якщо ти вчасно зламаєш ніжку або там застудиш горло, або ще розкажеш якусь страшну історію з дитинства, то в тебе шансів прийти в фінал будь-якого шоу вітчизняного відразу зростає. Тобто, це вже, ну, спекуляції, які багатьом людям набридли. І дехто говорить, що це переходить і на Євробачення, і типу, ось зараз ми це бачимо. Наскільки це так, ну, кожен може оцінити сам, зайти подивитися, послухати і слушай, якщо б так, якщо б так було, то Україна б тоді б зайняла, ну, повище місце. Знаєш, об этом ми теж поговоримо, що устроили нам орки до початку Євровидіння, буквально там за півтора часа. Зараз ми у Юри кое-что спросимо, все-таки о том скандалі, который произошел во время выступления Джамалы, в то время, когда подсчитывали голоса, ну, многие сначала даже не увидели Юра в том числе, а потом подбирали челюсть. Рассказывай, Юр. Да, так и было на самом деле, потому что как раз пока велся подсчет голосов, это самый такой вот напряженный момент в работе журналистов, потому что в это время все стараются максимально быстро дать отчет того, что происходит сейчас за лаштунками, да, скажем так.
Вот, и, соответственно, предугадывают итоги. И в этот момент выступала Джамала, мы это все слышали, но не смотрели действительно на экраны, не следили, потому что были все заняты в компьютерах. Вот, но когда раздался со стороны чей-то крик, боже, что это происходит, вот, естественно, все подняли голову, посмотрели на экран и увидели. Пивкули Сидюка. Нет, сначала они просто пивкули увидели и флаг Австралия. Флаг австралийский, что интересно, да. И вот мы уже смеялись с коллегами, что кто-то из украинских журналистов тоже рядом говорит, ну, слушайте, это какой-то австралийский сидюк. Вот, это было действительно смешно, потому что сидюк оказался украинский, не австралийский, это мы уже узнали Сидюк позже. со своими сиднейцами. Очень Да. хотела поехать в Сидней, но, видимо, как-то у него не сложилось. Вообще, кстати, известно, почему он выбежал не с украинским флагом, а с австралийским. Нет, пока, к сожалению, вот нет А, до информации, речі, мы все пытаемся не пообщаться. перебивай. Да. наповнення перформанса відомо? Ну, тобто, це він просто заради слави це зробив? Чи, можливо, якісь коментарі відомі, Слушай, що він больной хотів? человек Ні, больной, ну, какие у него могут быть... можливо, Нет, ну есть комментарий, я чув действительно, версію, да. так. І Да, що? комментарий был, что это его хобби, что он журналист, провокатор. Так. Вот. И, соответственно, он просто приехал на конкурс, чтобы очередной раз вот это вот хобби. Чому скажу, чому я це питаю? Да. Тому що дехто говорив, що це свого роду типу символ, ну, з тих скептиків, євробачення скептиків, яких теж в Україні немало. Вони говорили, що це типу певний символ того, що ось Україна зараз не зовсім спроможна деякі речі робити, але при цьому робить яскраві шоу. І ось Сидюк, типу, дуже яскраві аналогії того, що відбувається. Очень смешно, Очень конечно. ярко, да. Ну, як бачимо, Обхохочешься він не просто. наповнював змістом такі речі, Не, ну як на з'ясувалось. самом деле напомним, да, что, Але в нас да. є реакція міністра внутрішніх справ, який виявився, дехто жартував, що голова Авакова гірша проблема, ніж сідниці Сидюка для України. Тому що Аваков почав говорити деякі фрази, ми про це зараз вже не будемо Да, мы говорити. сейчас Юру І в отпустим. соцмережах, Юр, так. иди, да, продолжай работу плодотворную, поднимай рейтинг обозревателя. Вот. Ну и вы, друзья, тоже читайте «Обозреватель Лайф», «Обозреватель Шоу». Там очень много всего интересного, особенно очень много классных эксклюзивов, ярких и те, которые вы не прочитаете нигде. Юр, спасибо тебе огромное. Давай дальше про голову и жопу. Продолжуємо. Значить так, є відома реакція, яка стала ще більш скандальною. У нас є це теж публікація. Ще більш скандальною, ніж сама вихідка, так би мовити, Сідюка, тому що багато хто розцінив це як просто, ну, фрік так вискочив. Наприклад, в тій самій Британії або в Європі в цілому дуже багато голих фріків вискакує на фінали там різних футбольних змагань, там спортивних змагань. Це начебто така традиція. І, ну, вони несуть за це певні покарання, ну, несуть якісь адміністративні, можливо, там Їх їх потім не пускають на закривають. футбол. Так, їх можуть не Ну, между пускати, прочим, коли. того же Сидюка теперь не пускают на Але премии Эмми и Грэмми после того, как он устроил тоже шабаш и выскочил на сцену вместе с Адель. він Его... отримав Греммі замість Адель. Да, ну, он попытался, но Дженнифер Лопес, прекрасная женщина, его смогла отжать своими тоже сидничками, которые застрахованы на очень-очень много денег. Ну, она как-то на придурков, видимо, умеет фотографировать, реагировать. Его просто чуть-чуть там отодвинуло. Но, Сідницями, тем не так. менее, он смог пробраться даже туда, а А, теперь он там персона нон-грата. але набагато скандальнішою в Україні виявилася реакція міністра внутрішніх справ, який заявив, це ганьба для країни, зможе реалізувати своє хобі в тюремній камері ізолятора тимчасового тримання. Правда, показувати зад тамтешнім мешканцям, насолоджуючись своїм хобі, я б йому не радив, написав Аваков в своєму Молодець, сторінці правильно. Фейсбуку. А Правильно. тим самим багато хто сказав, що це натяк на сексуальне насильство, яке може бути застосовано в камері ізолятора до власне А то ми не порушника. знаємо, що такое там А, так єсть. ось, багато хто говорить, що якщо міністр внутрішніх справ вважає це нормою, те, що там відбувається, і пише про це таким чином в соцмережах, то дуже серйозні проблеми у нас в суспільстві не з Сідюком, який просто дійсно фрік. І він намагається таким чином привернути до себе увагу, і вряд чи про нього б сильно говорили, якби не Аваков. Ну, говорили б значно менше все одно. Та ну здрасте. А ось заява такого скандального характеру натякає на те, що, ну, представники, ну, не представники, а очільники карних структур, ну, силових структур держави, які вважають нормою те, що хтось
хтось може сексуально там, ну, зґвалтувати, по суті, на це натякають, іншу людину за якісь порушення, це вже серйозні проблеми. І ось на це варто звернути увагу. Ну, я не бачу, в чому проблема, как бы, скажімо так, отрицати очевидне. Ну, сприймати то це як норму і ще жартувати на цій. Ні, то ти, подожди, Андрій, ти зараз вважаєш нормальним вибігати, показувати жопу перед многомільйонною аудиторією. Ну, правда же, да? Ми ж не отрицаємо очевидні речі. Як ми дізналися, Сидюк, він скандальний журналіст. І він та мені по барабану, він вибіжав во время, в то время, коли, ну, як многие говорили, да, вот вообще нам нужно не проводить Евровидение, потому что Авдеевку обстреливают. Подождите, то есть это можно, это нужно, это необходимо. Ну, между прочим, президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой первой леди Мариной Порошенко, они собирались ехать на гранд-финал. До этого они передали бойцам, атошникам, которые находятся в реабилитации, тоже билеты взяли с собой. Но когда узнали о том, что Авдеевку обстреляли, об этом мы тоже скажем, они уехали. Не уехали, и Петр Порошенко проводил там, ну, закрытое заседание. Но жопу, ну, то есть нормально жопу показывать, выбегать в это вот во все время. А очевидные вещи о том, что у нас насилие в тюрьмах, это... Жодним чином ненормально. Але справа в тому, що Сидюк журналіст-провокатор, який заробляє цим собі на хліб. Молодець, Аваков тоже этим заробляє. А Аваков – це міністр, представник, одна із головних фігур в державній владі, яка фактично контролює в тому числі ситуацію з кримінальною ситуацією в Україні. Тюрмами займається Міністерство юстиції. Але певні кримінальні речі, які відбуваються в суспільстві, за які в тому числі відповідають силові структури, і натяки на подібні речі, багато хто вважає їх як мінімум некоректними з точки зору очільника силових структур. Тому що порівнювати фріка з голим задом і міністра внутрішніх справ, як тільки міністр внутрішніх справ складе свої повноваження, він може писати в своєму Фейсбуку все, що завгодно, якщо це не порушує кримінальний кодекс. Якщо він очолює державу, ну, державні структури певні, від президента до найменшого чиновника, якщо він представляє своєю особою певну посаду, він несе відповідальність, в тому числі як чиновник. І він повинен відповідати за те, що робить. І тому він повинен думати, як це будуть інтерпретувати. В даному випадку багато хто вважає, що це було як мінімум ганебно, як максимум може потягти за собою певні наслідки. Я всього-навсього представляю цю позицію. Я ні в якому випадку не хочу обілити Авакова, мені теж, ну, якби, теж це все, ну, неприємно, не обов'язково, що або хтось погоджується з цим, або цим. Нет, просто це було гідно, его... а це було надо. Ні, на самом деле його фрази должно было быть по-другому, да, на все, отвечая на все выкрики и призывы Фейсбука, я тоже кое к чему там призывала, да, что можно было бы сделать с Сидюком. Но я как раз хотела законного наказания, все, что как бы хулиганство, вперед, мальчик, пожалуйста, штраф, персона награда на все вот эти вот штуки, и все. Вот, ну, как бы Аваков должен был примерно то же самое написать. Я не хочу быть министром внутренних дел, это все время будешь плохим и так далее, что бы ты ни делал. Но тем не менее. Ну, согласны, все согласны, да, что нужно нести ответственность как за свои слова, так и за свои действия. Тогда наступит у нас все хорошо. Але це відповідальність повинна бути по закону, а не по поняттям. Естественно. Ну, ну так я маю на увазі кримінальне. Ну, Андрій. І тоді це буде ознакою здорового суспільства. Давай, то, що произошло в Авдіївці, ми чуть-чуть, да, оттягували цей момент, скажу, тому що, уточню. В нас є публікація по самому Сидюку, є публікація по Авакову, ви можете подивитися, да, вихід які були у Сидюка раніше, це все ось зараз ми можемо показати на екрані, ви можете це знайти, його скандали, які були до цього пов'язані, і реакція соцмереж ми зібрали для вас теж на цитату, власне, очільника Міністерства внутрішніх справ. Але зараз перейдемо до дійсно важливих і серйозних новин. Тобто це все такі розважальні, є серйозні новини. Новини ті, що на вихідних була обстріляна Авдіївка. Ну, перші сообщення в 19:30 були. Ми напомню, що гранд-фінал починався в 22:00. В 19:30 почалися перші обстріли по мирній Авдіївці. Зразу прицільним вогнем попали в дом. Так. В дворі загинуло четверо мирних жителів, один в важкому стані госпіталізований. Це викликало серйозну реакцію. Дійсно, ну, мережі, звичайно, відгукнулись, люди теж про це почали писати, що, знову ж таки, це
на жаль, це не те, що виходить там вже за межі того, що відбувається, а це зайвий раз підтверджує просто, ту ситуацію. Ви розуміли, люди сиділи ужинали на веранді в собственному домі, і тут їм прилетіло прицільним просто, ну, як уже встановлено, що це було прицільним, огнем остались двоє дітей з сиротами, їх там просто по щасливій случайності не було. Ну, кстати, уповноважений по правам дітей президента України Кулеба заявив о том, що діти не остануться, да, їх судьбой будуть опікуватися. І Порошенко теж написав об этом в Фейсбуці, о том, що буде максимальне внимание этим деткам уделено. Ну, ми сочувствуємо, ну, далі було ще хуже. Були обстріли далі, і, власне, ну, навіть на, по даним на за вчорашній день, ось у нас зараз є вже зранку сьогодні результати по АТО, шестеро наших бійців поранено. Говорять, 8 погибло. Тобто це нова інформація. До цього була інформація, 8 загинуло за протягом всього, ну, Євробачення, скільки йшло. Це були підбиті певні підсумки. Так. Говоримо зараз про те, що ось вже навіть за вчорашній день є знову шестеро поранених. Це тільки інформація така, яка поступила на 6 годину ранку. Ну, здоров'я мальчика. Тобто війна триває, і, ну, не забуваємо про це. Попри все, що відбувалось, попри будь-які точки зору, погляди, дискусії і так далі, є найважливіші справи – це встояти і перемогти. А, власне, від цього, це залежить від кожного з нас. І повинні, ну, підключатись в тому числі. Переходимо до інших новин, пов'язаних з стріляниною, але вже в тилових містах. Так? Стало відомо, що начебто охоронець Яроша прострелив людині ноги, і начебто за те, що таксист відмовився відповісти на гасло «Слава Україні», Героям слава. Принаймні, про це почали спочатку повідомляти місцеві видання. 14 травня в Кам'янському, колишній Дніпродзержинськ, на вулиці Медичній стався конфлікт за участю оточення лідера партії «Державницька ініціатива Яроша» народного депутата Дмитра Яроша, яка завершилась перестрілкою. Був поранений таксист. Потім була викликана швидка допомога. Зв'язались, в тому числі, і ми з представниками правого сектора. Правий сектор сказав, що ми не маємо до цього відношення. Питайте Дмитра Яроша. Зв'язались з Дмитром Ярошем. Дмитро Ярош повідомив, що в нього немає часу зараз це коментувати. Mm-hmm. Але, власне, ми отримали також коментарі. Боюсь, що ми вже повідомимо вам про ці коментарі на наступному дайджесті. Тобто там ми вже включимо і розповімо вам більш детальніше про цей конфлікт і про те, чим він завершився. Власне, ну, на даний момент. У нас буде нововведення, небольшое таке, обов'язково не пропустите. В 17:30 буде вечірній дайджест. Буде обзор преси, о чем пишет мировая пресса. В том числе, я думаю, что и о событиях Евровидения тоже там будет. Так что мы следим за событиями, и вы берегите себя. Впереди много всего интересного. Пожалуйста, не переключайтесь. Стой, что за нами.